Возьмите поставки в Беларусь природного газа. Нам говорят, 127 долларов – это благо. Вы знаете, поскольку Польша сегодня получает американский газ, который там надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить этот газ? По-моему, около 110. 90 долларов. Уже 90. 90 долларов. Мы россиянам говорим, ну, как они предложили, давайте, как в прошлом году. В прошлом году, с учетом перетаможки нефти, было 110-111 долларов. Нет, давайте 127. На бирже сегодня уже ниже 100 долларов торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции? Или мы вам продадим нефть по мировой цене, но вы еще нам на каждой тонне заплатите премию? Да. Так премию платят тем, кто покупает. Если мы покупаем товар... Мотивировать надо. Да, мотивируйте, вы нам премию дайте. Нет. Почему? Потому что нет правил нормальных. Значит, право силы наклонить, заставить, это ненормально. И в средствах массовой информации предпринимаются каждый день атаки. Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу. Кроме того же, о чем мы договорились. Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то, это их дело, компенсируют снижение вот этой пошлины. То есть, если, например, я сказал, например, мы миллиард долларов от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 миллионов, то 300 миллионов Россия компенсирует. Вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности двух президентов. Беру запись разговоров четко, как говорят, черным по белому. Была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Да. Этого нет. Ну что это за союз такой?